Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рубрика «Очередная бьюти утро». И у меня здесь накопилось много новиночек, я вам хочу рассказать. Если вам интересно, оставайтесь со мной, приятного просмотра. Первое, о чем мы поговорим, это, наверное, о новиночках, кистях, которые у меня появились. Первая кисть, это вот такая кисть для контура и румян от марки Divash Professional. Изначально меня смутила цена у марки Divash, так как она бюджетная, кисти у них довольно-таки дороговаты. Вот эта кисть стоила 700 с чем-то рублей, но я все-таки рискнула заказать на сайте Wildberries, я ссылочку оставлю на этот сайт, потому что я много там заказываю, и то, что будет здесь, многое оттуда. В общем, я заказала ее, так как была скидка, и вот шла она в такой вот упаковочке, и здесь написано, что это натуральная скошенная кисть для румян и контура с козьего ворса. Деревянная ручка и козий ворс. Она очень удобная, она мягонькая, она плотно набитая. Она именно такая, какая должна быть, я бы так сказала, потому что она мне очень-очень-очень подходит. Так, следующие две кисти. Это с сайта eBay, по-моему, да, с eBay. Я такую же заказала с Алиэкспресса. В общем, они ноунейм, обычные кисти с белого ворса. Одна 217-я аналог типа маковской. А вторая почему-то вообще без номера, по-моему, это 219 номер был. В общем, вот это для нанесения теней. Она немножко у меня сейчас грязная, я их несколько раз стирала, потому что они немножко пахли козой и были жестковаты. Сейчас они чуть-чуть помягче. Вот. Ну, что я могу сказать про эти две кисти? Вот эта 217 мне понравилась больше, чем вот эта. Она хорошо растушевывает, в принципе, немножко лезут волоски, но после мытья они все меньше и меньше лезут. Вот этой кистью не очень удобно работать, потому что она сильно большая, но я ее приспособлю под что-нибудь другое. Вообще мне нравится в кистях белый ворс очень, поэтому я и заказала вот это. Так, с кистями это все. А следующее, что я вам хотела показать... Это вот такие наклейки для фото малышей будущих мам, которые я очень давно хотела, еще хотела с Кириллом, но тогда не было возможности найти их, я не знала, где их продают. И вот этот набор из 13 наклеек я нашла в Инстаграме, ссылочку обязательно я оставлю вам. Там есть всякие разные наклеечки, я выбрала с совятами, чтобы такие были на мальчика и на девочку подходили. Вот здесь есть «Я дома», «Один месяц», «Два месяца» и так далее, в общем, до 11 месяцев, по-моему, еще что-то было, сейчас я вам покажу. В общем, очень классно, до 12 месяцев, и я дома. В общем, вот 13 штучек. Мне очень нравится, что эти совята, это они клеятся, кто не знает, на одежду ребенку, когда ребенку исполняется 1 месяц. У меня в чем проблема была с Кириллом? Я фотографировала, и каждую фотографию я обязательно подписывала. 1-2 месяца. Тут фотографию подписывать уже не стоит, потому что тут все само за собой. Само за себя сказано. В общем, вот Инстаграм называется Crass Art Stickers. А также у них есть группа ВКонтакте, тоже называется Crass, _Art_Stickers. Это с города Красноярска. Вот, поэтому те, кто беременяшки, либо маленькие детки, очень советую вот такие удобные наклеечки. Так, следующее, о чем я вам хочу рассказать. Тут у меня всякие подарочки. В общем, я себе заказала, наконец-то, кашпо, называется, для кистей. Вот так это выглядит. Две такие удобные баночки под кисти. Сейчас я вытащу кисти и покажу, как смотрится это все без них. Вот так выглядит. Да, я попросила Свету, чтобы она мне заказала их с Икеи, так как у меня нет возможности заказывать их с Икеи. И это новинка, насколько я знаю. Вот тут написано все Икея. Они из железа, такого алюминия сделаны. А серенькие, вот именно эта новинка. В основном у всех белые, красные, там еще какие-то. В общем, очень классные. У меня вот одна стоит с кистями для лица и одна с кистями для глаз. Со Светой мы познакомились тоже через Инстаграм. Благодаря Инстаграму мы подружились и сейчас общаемся. Она также пишет бьюти-отзывы в Инстаграме. Вот. И Светик, в общем, любезно согласилась мне купить и прислать вот эти кашпо. И также к ним она мне отправила всякие пробнички, кучу всяких. Я вам сейчас покажу. Вот всякие пробники. Как раз мне это пригодится в дорогу все.
Вот. И такие вот миниатюрки также есть здесь. Вот. Спасибо тебе большое. Еще вам хочу показать, что вот тут из украшения она мне прислала. Здесь маленькая резиночка. Invisi Bubble или подобие, не знаю. Серьги-гвоздики. Вот такие черные гвоздики. И вот такие серебристые гвоздики. Вот, я очень люблю сережки, поэтому сережки мне никогда не будут лишние. Это тоже гвоздики, цветочки такие. А потом следующие сережки, которые она мне отправила, это вот такие сережки тоже с цветочками. И последние сережки это вот такие кружочки. Вот, обязательно буду носить. Еще здесь было колечко. Вот такое. Обязательно буду носить. Сейчас разложу все эти сережечки по своим местам. Вот, следующее у нас будет на повестке это косметика и уходовые средства. Здесь у меня пакетик из Литуаля, потому что что-то я покупала в Литуале, что-то приобретала на сайте Валбери, что-то в обычном магазине, поэтому покажу вам все вместе. Первое, что я купила в обычном магазине в Ленте, это дезодорант Dove. Вообще дезодорант я очень редко покупаю, то есть раз в 2 года, в 3 года я практически не потею, только летом. Кстати, не посмотрела срок годности до 18-го. Ладно, надеюсь, что я его использую до 18-го. Он приятно пахнет. Я попробовала в магазине. Называется Ponder Soft. Нежность пудры. Вот, я давно хотела Дейзик от Dove. И люблю я именно с распылителями, поэтому купила такой. Следующее я заказала на Валбарисе. Это тоник от L'Oréal. В общем, у меня есть тоник, но я хотела другой, в общем, тот мне немножко поднадоел тоник, и я выбрала вот такой тоник. Очень долго вообще выбирала, какую фирму выбрать тоника, потому что их столько много, не знала, что выбрать, и остановилась на L'Oréal. Это абсолютно нежность, мягкий тоник, совершенствующий кожу, гипоаллергены, без парабенов для сухой чувствительной кожи. Действительно, тоник вообще превосходный. Со скидкой он стоил что-то 140, по-моему, рублей, это очень дешево, я считаю. Где-то чек был. Он очень приятно пахнет. Немножко почему-то липкий. Он очень приятно пахнет. И что я хотела еще сказать к нему. Что после него кожа такая мягкая-мягкая. Вообще очень необычно для меня такой эффект. Что такая мягонькая кожа после него. Так, следующее. Я купила тоже в обычном магазине. За 137, по-моему, рублей. Или 140 рублей это средство стоило. Это крем «Объятия нежности» от Dove с маслом шеи и пряной ванилью. Я взяла на запас, поэтому еще не пользовалась. Не знаю даже, как он. Ну вот у меня был такой синенький, голубенький. Здесь такая голубенькая полоска. Мне понравился, поэтому буду пробовать вот такой. Так, следующее, что у нас тут есть. Тоже с сайта Valberis. Я заказала вот такую жидкость для снятия лака Maybelline губкой. Пахнет, конечно, она очень сильно ацетоном. Вообще прям жуть. Здесь вот такая черная губка, если вам видно, и дырочка под пальчик. Так, сейчас я вам попытаюсь найти. Стоила она, по-моему, 230 или 300 рублей. Где-то 250-300 рублей вот она стоила. Не знаю, еще не пробовала ее. Здесь 75 мл. Написано Made in France. В общем, попробуем эту штучку. Кто пробовал, напишите мне в отзывах, как вам она. Вот, следующее, тут у меня декоративка осталась. Следующее, что я тоже заказала с Валбариса, это лак. Он у меня сейчас на ногтях. Лак Эйси. Я не являюсь фанатом лаков Эйси. И никогда не являлась. Скорее всего, они мне наоборот не нравятся. Но в чем плюс лаков Эйси для меня? Это в их цветовой гамме и в их необычном названии. Вот этот лак такой пудрово-розовый, даже припыленные розы, наверное, называется «Путешествие по островам». Название меня, конечно, соблазнило сразу. Вот. Вот так правильно. Island Hopping. Классный вообще цвет, очень красивый. Вот смотрите, на этой руке у меня все в сохранности. На этой руке после уборки лак уже все нужно стирать. Вот. Очень, да, плохо, что он вот так везде скололся. Вот, но наносила я его в субботу, сегодня понедельник. В принципе, у меня все лаки держатся не очень хорошо, но цвет мне очень нравится, очень красивый цвет. Стоил 475 рублей, он, как и все лаки.
Вот, поэтому, не знаю, мне очень нравится цвет. Номер 41, кстати, тут еще есть. Следующие покупки из Литуаль. Это я наконец-то купила себе базу от L'Oréal Lumimagique. Очень хотела, потому что я люблю свечение на лице, наверное, сейчас больше, чем матовый эффект. И давайте посмотрим. Я еще не пользовалась. Хочу протестировать на руке ее сначала. Я не пользовалась, да, я ее взяла и как хайлайтер, и как базу. Посмотрим, что она дает. Ой, она хорошо очень растушевывается и дает такое деликатное свечение. Видите, вам, наверное, немножко все-таки видно, да? Очень красиво. Я думала, кстати, она будет хуже растушевываться, но она хорошо растушевывается. И такое прям сияние, свечение изнутри. База стоила, по-моему, 600. По-моему, 600 рублей. 590 в Литуале. Кстати, в этом месяце мне почему-то не сделали скидку в Литуале. Может быть, в этом месяце не положено, не знаю. В общем, скидки никакой не было. Вот. И еще я купила, очень давно хотела, вот такие гель-лак и топ к нему. То есть это такой гель-лак, который держится без лампы, за счет вот этого покрытия. Я долго выбирала между цветовой гаммой. И все-таки я остановилась на вот такой приглушенно-розовом цвете. Выбирала между ним красным и таким ярко-розовым. В общем, выбрала его. Если мне понравится, как я попробую, я обязательно расскажу. Если мне понравится, то возьму еще какие-нибудь цвета, потому что сам лак стоит недорого. По-моему, 370 рублей. А вот эта база топ сверху, да, его наносить. Топ стоит около 500 рублей. Вот, буду пробовать обязательно. Как только сотру этот лак, буду пробовать. И мне нравится само оформление, нравятся флакончики. И производитель обещает, что будет лак держаться 7 дней. 7, по-моему, или 14. Не помню, вот 7 или 14 дней они обещают. А, результат до 14 дней. В общем, девчонки, я читала отзывы, у кого-то 5 дней, у кого-то 6 дней держится. В общем, посмотрим, сколько продержится у меня, так как вообще лаки у меня держатся не сильно долго. Все, я уже много наговорила, буду закругляться. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока, удачного дня!